Единственным центром проведения организованного досуга жителей села Большое Нагаткино был районный дом культуры. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому было принято решение создать ему альтернативу. Объединить людей творческих профессий, жителей, специалистов, вдохновить на совместную деятельность удалось благодаря победе в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Общественники из Целинского района заявили свой проект креативного пространства «Парничок». Реализация проекта у нас идет с октября. За это время у нас были курсы по видео, по фото, были курсы по флористике. Мы занимаемся только образовательной деятельностью. Мы приглашаем очень хороших профессионалов, те, которые знают свое дело, те, которые рассказывают увлеченно. Сейчас завершается курс по вокалу. В начале урока распевка, а уже после оттачивания творческих навыков. Со школьниками здесь присутствуют и взрослые. Для подрастающего поколения уроки по вокалу – возможность научиться чему-то новому. Для старшего – вспомнить хорошо забытое старое. Среди присутствующих – бывшие участники сельского ансамбля русской песни «Отрада». Освоить творческие направления помогают приглашенные эксперты и работники населенного пункта. Вот мы просто желающие собрались. А тут теплая атмосфера, и они соскучились, мы всегда хорошо общались. Для одних проект помог осуществить давнюю мечту, другим дал возможность с пользой провести свободное время. Полученные знания можно использовать не только для развития, но и с целью открытия своего дела. Последнее направление в рамках проекта – ландшафтный дизайн. Занятия начнутся в середине апреля. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.